В день открытых дверей прошел в УВД Брестского облсполкома. Он был разделен на две части. Первая теоретическая, где проходило ознакомление с условиями поступления в академию и Могилевский институт Министерства внутренних дел, порядком приема на службы в органы внутренних дел. Вторая практическая, где со службой в милиции юноши и девушки могли познакомиться воочию. В списке приглашенных на традиционное мероприятие представители самых разных регионов приграничья. Оба района областного центра – Московский и Ленинский. На этот раз представители – воспитанники военно-патриотических клубов. Руководством управления внутренних дел Брестского облсполкома уделяется особое внимание гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Так, в текущем году на территории Брестской области открыты 8 военно-патриотических клубов в интересах органов внутренних дел. Сегодня воспитанники 5 этих клубов находятся у нас здесь на дне открытых дверей. В целом, такие мероприятия способствуют повышению имиджа органов внутренних дел. И это мы наблюдаем по увеличению заинтересованности желающих поступать в ведомственные учреждения образования. Ксения Кухарук, воспитанница патриотического клуба «Дубровский форт», на дне открытых дверей оказалась не случайно. Девушка хочет продолжить династию своих родителей и поступить в Академию МВД. Потому такое мероприятие для девушки стало почвой для размышления, какое направление ей выбрать. Я захотела пойти в патриотический клуб, потому что мои родители работают в Ленинском департаменте охраны и папа пограничник. И захотела пойти по стопам семьи и захотела продолжить их династию. День открытых дверей был очень интересный, и я решила, что буду поступать по делам несовершеннолетних следователей. С детства было очень интересно, именно вся эта структура милиции, что происходит внутри. Ну и как только узнал, что открылся клуб, сразу же поступил туда. Я планирую поступить в Могилев, в институт МВД. Родители относятся к моему выбору положительно и поддерживают меня во всех моих начинаниях. Идя будущим коллегам навстречу, на этот раз ребятам была предоставлена возможность позаниматься в милицейском тренажерном зале, увидеть, как проводится проверка на полиграфе, каким образом при задержании преступника действует кинологическая служба. Не меньшее внимание подрастающих правоохранителей также вызвали посещение историко-демонстрационного зала ОВД Брестского облсполкома. Работа изнутри оперативно-дежурной службы, демонстрация новейших технологий выявления и раскрытия преступлений на нынешнем этапе. Выставка вооружения, отряда милиции особого назначения, а также ознакомление с современными автомобилями госавтоинспекции. Сотрудники милиции уверены в том, что после таких ознакомительных встреч экскурсии сделается свой выбор подрастающему поколению будет несколько проще.